Евкурова арестовали и посадили на подвал, такое предположение делает зарубежная разведка. После Пригожинского мятежа, много высокопоставленных российских генералов попали под арест. Сейчас выяснилось, что кроме Суровикина и Юдина, был задержан также Евкуров, который является замминистра обороны. Евкуров пропал уже достаточно давно и не выходит на связь. А его семья не отвечает на запросы журналистов, видимо из-за угрозы ФСБ. Показательным стало отсутствие Евкурова в том числе на совещании руководства военного ведомства с участием Сергея Шойгу 3 июля. Во время бунта Евкуров находился в штабе Южного военного округа, откуда осуществляется управление российскими войсками в Украине. Вместе с замглавы ГРО Алексеевым, он был запечатлен на видео в беседке с Пригожиным. Его могли посадить на подвал из-за приказов военным не атаковать музыкантов. Есть слухи, что Евкурова вместе с Суровикиным порешал лично Путин своими руками. Из-за долгого отсутствия, как Суровикина, так и Евкурова уже начали терять из медиапространства. А они с большой долей вероятности вялятся на подвалах, если, конечно, еще живые. В Минобороны Великобритании отметили, что аресты таких авторитетных в вооруженных силах фигур может привести к новым мятежам. Так что будем наблюдать за развитием ситуации. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.